Всем привет! Я Аня, и ты на Double Bubble. И сегодня я открою целую коробку с крепышей топ от Магнит. Открывать розовые пакетики. Мой любимый цвет. 5 штучек. Посмотрим, кто там внутри. Серенький, и это капучино. Капучиныш. Какая милота! Капучинку я просто обожаю. Следующий пакетик. Что? Серьезно? Сразу так повторка? Еще один капучиныш. Итак, следующий пакетик, я надеюсь, без... Вы что, реально? Еще один капучиныш. Это что, самый часто попадающийся скрипыш? Или во всех розовых только капучинки? Что? Я не верю своим глазам. Опять капучиныш. Эй! Я, конечно, люблю капучинку, но не настолько. Капучино меня сегодня преследует. Еще один капучино. Я как это сделала? 5 пакетиков и 5 капучинышей. Посмотрим, что в этом пакетике. И здесь мне попался... О, козляш! Вау, какой модный козлик. Вы посмотрите, какие у него клевые очки. Вот это да. Еще один, и здесь у меня снова мопсик, распрекрасный мопсик, как он, пельмешка. Еще в этой серии будут скрепыши, которые светятся в темноте, светоотражающие, блестят и меняют цвет. Давайте скорее искать их в этой куче. Итак, следующий скрепыш. О, тут зелененький, о, ленивыш. Тут ленивец, вы посмотрите на эту кроху, какой он классный! Итак, в этом пакетике давайте смотреть, кто мне попадется. Это лапшиш! Вы посмотрите, какая лапшичка здесь нарисована! Просто какое-то чудо! Реально лапша! И здесь, вау, розового цвета! Ух ты, это А4 лимонадыш! Посмотрите, как здорово! Какой он классный! Очень красивый скрепыш! Еще один крутой способ получения скрепышей – играть в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. Здесь можно выиграть купон на получение дополнительного скрепыша за 1 рубль на кассе, либо 50 бонусов на карту «Магнит». Можно играть каждый день, чтобы получить всю коллекцию, либо еще больше бонусов. Открываю следующий пакетик. Давайте, это будет красного цвета. И здесь о, новый. Это кит-котыш. О, это как инь-янь, только с котиками. Белый и черный. Такая милота. Только посмотрите, как этот скрепыш подходит к моему кроссовку. Вот так вот продеваем. И вот сюда вот эту пипочку. Сейчас, секунду. И вот так это красиво выглядит. Ну все, теперь кроссовок украшен. Я самая модная. После этого видео пойду хвастаться во двор. Но больше всего, конечно же, мне хочется юбилейный скрепыш «Магнит». Пожалуйста, пожалуйста, пусть он сегодня мне попадется. Сегодня на этом столе 250 пакетиков скрепышей. Погнали смотреть, что будет здесь попадаться. Итак, в первом пакетике я смотрю... Так, черненький хвостик, и здесь кот-котыш. Как он там называется еще раз? Кит-котыш. Инь-янь. Уи, какая милота. Складываем вот сюда. Следующий пакетик. Что опять? Серьезно? Кит-котыш. Ты меня преследуешь? Еще один, и здесь у меня пельмешка. Этот чудесный мопсик-пельмешка с фарточком «Магнит». Кто не знает, у Ани любимая собака – это мопс. Да, я обожаю мопсика, они такие хрюткие. Давайте смотреть дальше. А, еще зеленые пакетики. Новый! Смотрите, какой инопланетяшка! Как ты называешься? Какашич. Зеленый! Какой прикольный! Не захватывай нашу планету, пожалуйста. Так, и еще один пакетик. Здесь кто-то... А, это козляш. Самый модный скрепыш этого года. Смотрим дальше. Красный пакетик. Здесь у меня пельмешка. Привет. Давно не виделись. И розовый открываю и смотрю, там у меня капучиныш. Это капучино пахнет как мужчина. Кто помнит этот тренд? Прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видосу.
А я пока открываю следующий. И здесь у меня зеленый пакетик. Кто-то новенький, с фиолетовым хвостиком. Это кто? Крикиш? Вы посмотрите, какой он классный. Это у него орала. Два орала с одной и другой стороны. Какие языки, тут зубы. Прикольно, прикольно. Так, еще следующий. Это будет розового цвета скрипыш. И здесь это А4 лимонадыш. Ну, красивый-красивый розового цвета. Обожаю этот цвет. Опа, уже второй в моей коллекции. Смотрим дальше. Открываю следующие 5 пакетиков. И в первом мне попадается козляш. Так, следующий это иньяныш, хотела сказать. Кит-котыш. Еще один пакетик. И здесь у меня капучиныш. Дальше зелененький, это какашич. И он, кстати, светится в темноте. В конце этого видео мы обязательно это проверим. Так, и еще один. Это же Феликс. Такого еще у меня не было в коллекции. Итак, в зеленом пакетике мне сейчас попадется. Ой, это мой любимый ленивыш. Он такой очаровательный. Только 2 пока мне таких попалось. И дальше это, что не скажешь, как бы, о кит-котыше. Кит-котыш достаточно часто уже. Частый гость в моей коллекции. Следующий смотрим. И это топыш. Топыша, кстати, давно не было. Так, следующий. Это мопсик. Пельмешка. И еще один пакетик открываю. Здесь у меня кто? О, это козлик. Козлик козляш. Супер крутыми очками. Розовый пакетик. И здесь капучиныш. Пока что лидирующую позицию у меня занимает капучиныш. Давайте смотреть, что попадется дальше. Сразу 2 розовых открываем. Здесь у меня А4 лимонадыш. Лимонадыш, да, все верно. И еще один розовый пакетик. Снова А4 лимонадыш. То есть 2 одинаковых мне попалось подряд. Сейчас я буду открывать только красные и розовые пакетики. В первом красном у меня попадается Феликс. Феликс у меня, кстати, уже 2-й в коллекции. Очень ласковый, красивый котик. Итак, здесь новый. Это геймыш. Геймиш. Смотрите, какой классный. Это же джойстик для игры. Для игры в приставку. Так, следующий это капучиныш. Такой у меня уже есть, как вы знаете. И еще один розовенький. Это А4 скрепыш. Что-то вы зачастили ко мне, Владислав. Только зеленые пакетики. И это крикиш. Крикиш очень красивый, фиолетовый, скрипыш. Да, действительно. И он снова. Здравствуйте. Еще один крикиш. Только я говорю, что это какой-то супер крутой скрипыш. Он мне сразу начинает очень часто попадаться. Ой, это ленивыш. Ленивыш я люблю. Ой, очаровашка. И еще один зелененький. Здесь у меня лапшичка. Вот бы сейчас перекусить. Лапшишич называется. Кстати, только 2-й. Вы посмотрите, он очень редкий. Ну какой. Ну, самый редкий, это, конечно, юбилейный, который я очень хочу, чтобы он мне попался. Пусть он будет здесь, пожалуйста. Как же я обожаю распаковки. Надеюсь, вы тоже. Давайте смотреть, что здесь. И это капучиныш. Снова капучиныш. Ну, явно для любителей кофе. И для любителей лимонада. Теперь попробую открывать вот такую вариацию. Зеленый-красный, зеленый-красный. Так, первым зелененьким мне попадается лапшичка. Лапшишич. Очень красивый тоже скрипыш. Дальше у меня кто здесь? Это котыш. Иньяныш. Не знаю, почему мне так хочется его так назвать. Все-таки там котики. И здесь у меня козлик. Вы посмотрите на эту очаровашку. Ну, он мне попался. И еще китыш. Вот оно. Добавлю красному и зеленому несколько розовых. Вот, например, этот розовый. Капучиныш. Зелененький. Здесь, о, лапшичка. Вот, она начала очень часто попадаться. Кажется, прям сейчас уже догонит. О,
Смотрите, это имба, это же геймиш, вот такой вот красивенький, и еще один розовенький. Ничего не сравнится с лимонадами. Влад, если ты хочешь совместное видео, ты просто напиши. Следующие пакетики, и здесь у меня... такой у меня уже есть, скейтыш. Смотрите, он очень необычный, у него необычный хвостик, и он мне попался всего лишь 2 раза. И это геймиш. Стал он очень чистить, ну не очень, но как бы 3 штучки у меня уже есть в коллекции. И красненький хвостик, сейчас посмотрим. Это топыш, топыш, тоже очень красивый, яркий скрипыш. И вот этот фиолетовый товарищ, его зовут Крикиш. Я все время забываю. Крикиш тоже ко мне сейчас попался. Кстати, еще в коллекции очень много скрипышей, которые мне до сих пор не попались. Так что впереди самое интересное. Я очень надеюсь, что прямо сейчас я открою юбилейный скрипыш. Нет, это не юбилейный, это всего лишь топыш, но тоже неплохо, знаете ли. Коллекция моя расширяется. И здесь Крикиш. Это наш фиолетовый дружочек. Так, следующий, это у меня Кить-Китыш. Правильно назвала? Кить-Котыш. Как еще я его сегодня назову? Делаем ставки. Так, следующий, это у нас Крикиш. Да, фиолетовый скрипыш. И еще один пакетик. Здесь у меня топыш. Кстати, прямо сейчас напишите в комментах, как вы думаете, каких скрипышей будет больше всего. Я вот, например, ставлю на капучинку. А вы? Открываю следующий, здесь у меня розовый А4 лимонадыш, следующий фиолетовый Крикиш. Привет-привет! Итак, тут у меня Коть-Котыш и еще один зелененький. Это у меня светяшка в темноте, какашеч. И еще один красный пакетик, тут у меня кто? Снова Коть-Котыш. Кить-Котыш. Пожалуйста, пожалуйста, пусть вот сейчас в этой ладошке будут юбилейные. Вот, пожалуйста, пусть так будет. Мне очень хочется, чтобы они попались. Итак, первый пакетик, и это... Саша! Я что-то не поняла, я что, юбилейный достала? Подожди, он называется Магнит! 30 лет! А, я юбилейный достала, Саш! Да, вообще, офигеть! Ура! Это невероятно, ребята, я вообще в шоке. У меня есть юбилейный скрипыш. Классно. Вот видите, желания исполняются. Кстати, у меня еще одна есть. Подпишитесь на канал. Давайте проверим. Прямо сейчас подпишитесь. В следующем пакетике у меня топыш. И еще один пакетик. Это... Еще один юбилейный. Еще один юбилейный. Я вообще в шоке. У меня 2 теперь юбилейных. Ребята, вы только посмотрите на это. Они в этой коллекции часто попадаются, можно сказать, просто в одной ладошке. У меня 2 юбилейных скрипыша. Они еще и глиттерные, такие красивые. Это же нереальная удача. Офигеть. Так, давайте следующий смотреть. Нет, вы серьезно, что ли? Еще один юбилейный. Я в розовых, я из розовых пакетиков достаю юбилейные. Обалдеть! Еще один! То есть в скрепышах то можно достать очень много юбилейных. Они типа часто попадающиеся скрепыш. Я в шоке! Ну топ-топыш, конечно же. Это вся распаковка просто топ-топыш. Я нереально счастлива, потому что я снова достала юбилейный скрепыш. Короче, ребят, это я вообще в шоке. С одной ладошки я достала 5 юбилейных скрипышей. Я сейчас просто нереально счастлива. Давайте дальше смотреть, что мне попадется. И вообще я как бы хочу полную коллекцию собрать. А следующий у меня это ленивыш. Зелененький дружочек мой. Он уже попадался мне. Так, это снова лимонадыш А4. И еще один открываю. Это пельмешка. Привет всем. Я пельмешка. Я классный мопсик. Зелененький. Здесь у меня скейтыш. Вот этот супер крутой и очень интересный скрипыш. И здесь попадается мне снова пельмешка. Так, ну теперь я хочу полную коллекцию. Я хочу увидеть всех скрипышей, которых мне не хватает. Тут их нам, ну, много,
как бы. Здесь вон какой Арлекино есть, вот такая замечательная девочка, вот эта пирамида, ну, все должны мне попасться сегодня, все-таки у меня очень много здесь крепышей. Так что давайте смотреть и скорее открывать следующий пакетик. Здесь у меня Китти Коттедж. Такой у меня уже есть. Из розового пакетика я достаю свой любимый скрипыш. Это юбилейный. А прикиньте, это будет самый часто попадающийся скрипыш. А, нет, так не бывает. Да, ну, я не знаю. Блин, я помню, мы раньше там по 300 штук открывали, нам не попадался. Да, это была такая редкость. И вот как пельмешка тоже докажет, что это было просто нереально достать юбилейный скрипыш. Ну, тебе просто не везет. Ну, видимо, да, сегодня день мой, просто солнце в той фазе, что нужно. И еще вот, смотрите, мне А4 шлет тоже приветики. Привет. Передаю тебе тоже. Так, и здесь у меня Коть Коттедж и Яныш. Очень классная скрипушечка. Открываю следующие пакетики. И здесь мне первый попадается мой любимый мопсичка. Хорошенький ты, конечно, но слишком часто попадаешься. Я хочу как бы новеньких. А тут у меня кто? Какашич. Он должен очень хорошо освещать мою темную комнату. Следующий это Коть Коттедж. Это самый верный дружочек, он прям прилип ко мне. И здесь у меня серенький капучиныш. Кстати, кажется, я была не права. Капучинки отстают от Коть Коттедж. Он как-то вот почаще попадается. Ну, по крайней мере, пока. У меня еще много пакетиков, так что смотрим дальше. Это дружочек Феликс. Вот он достаточно редкий. Всего 3 таких у меня попалось. Здесь дальше Коть Коттедж. Привет-привет. Давно не виделись. Еще розовенький открываю. И здесь А4 лимонадыш. Следующий. Это... Ой, какашки. Ой, какашечка. Снова тут. Инопланетяшка. Инопланетяшка, какашка. Так, рифма. Так, дальше. Это у меня пельмешка. Привет, пельмешка. Любишь пельмешки? Я люблю пельмешки, а ты любишь пельмешки? Пиши в комментариях. Тут кто тут? Топыш. Топыш тоже у меня уже есть в коллекции. Ну, а другие-то где? Ну что, теперь я буду открывать все подряд пакетики, пока не попадется что-то новенькое. Капучиныш, Коть Коттедж, моя цена. Это новый скрипыш моей коллекции. Коть Коттедж, следующий скрипыш. Капучиныш, пельмешка. Скейтиш, топыш. Пельмешка, топыш. Феликс, пельмешка. Скейтиш. Так, ну вот сейчас я уже начинаю как-то переживать. Мне неспокойно. Скрипышей, конечно, еще у меня здесь много, но как-то все одни и те же попадаются. Хочется вот тех, которых у меня нету. Очень хочется посмотреть на всех. Так, мое желание должно действовать. Это у меня лапшичка. И, пожалуйста, пожалуйста, здесь снова пельмешка. Пожалуйста, пусть сейчас мне попадутся все скрипыши, которых мне не достает. Вот в первом пакетике пельмешка. Не то чтобы я не рада. Так, в следующем пакетике это козлик мой модный в очках. Это А4 лимонадыш, геймиш, пельмешка, Коть Коттедж. Смотрим, что в этих пакетиках. Капучиныш, топыш, капучиныш, капучиныш, юбилейный капучиныш. Ну что ж такое, где остальные-то? Ребята, ну где вы? Ну давайте я все зеленые буду одновременно открывать. Я прямо-таки не знаю. Что, тут? Нет. Это снова мой козлик модный. Может быть, тут? Это чашечка с капучино, которую я очень люблю. Здесь? Это снова какашеч. Такой у меня уже был и не раз. Это скейтиш. Тоже классный скрепыш, но уже мне часто попадается. И вот этот вот козлик. Вот так сейчас выглядит моя коллекция. Давайте открывать следующий. Я все-таки не теряю надежду всех найти. А Коть Коттедж. И здесь у меня топыш. Так, мне нужна сейчас ваша помощь. Прямо сейчас ставьте лайки под этот видос, чтобы поскорее у меня попалась вся коллекция. И я все-все собрала, и мы с вами рассмотрели самые редкие, как оказывается, скрипыши. А это скейтиш. Ребята, ставим лайки. Это повторка была. Лайки сработали! Лайки сработали! Это же близняш! Новый попался!
догадался? Офигеть, только что я загадала, и ваши лайки мне сразу помогли. Это просто офигенно. О, мне пришла идея. В конце я устрою конкурс. Так что смотри это видео до конца. Обязательно. В следующем пакетике мне попался капучиныш. Дальше это А4 лимонадыш. И еще один лимонадыш. В следующих пакетиках меня ждет основа капучиныш. Нет, он все-таки самый часто попадающийся. И новый! Это 100% мур! Какой красавчик серенький! Видели, видели? Только вы стали ставить лайки, мне сразу начали попадаться новые скрипуши. Так что, если вы поднажмете, я соберу точно всю коллекцию. И в следующем пакетике мне попался крикиш фиолетовый. Так, здесь у меня что это? Юбилейный вообще очень круто попадаются часто. То есть вполне реально себе собрать юбилейный скрепыш, найти его. Так, это котыш и это скейтыш. Смотрим дальше. Это топыш, крикиш, феликс, снова крикиш, юбилейный и пельмешка. В следующих пакетиках у меня что это? Скейтыш, феликс. Здесь у меня снова юбилейный и вишенки, близняшки. Посмотрим, что попало здесь. Это котыш и это пельмешка. Я уже подумала, что кто-то новенький. С другой стороны просто лежал. Это ленивыш, ленивыш хороший. А это, так, с черным хвостиком, феликс. И еще один зелененький, это снова ленивыш. У меня осталось вот такое количество пакетиков. Давайте смотреть, я очень надеюсь, что здесь соберется вся коллекция. Что за удача? Этот новенький костяш. Добро пожаловать в мою коллекцию. Он очень красивый, посмотрите, какой у него череп. Мамочки. Так, а дальше у меня тоже был. Это топыш. Еще один. Это... Подождите. А, это юбилейный. Ну, ему я тоже всегда рада. Офигеть, сколько юбилейных. Юбилейных в этот раз очень много. И козликов тоже. Ленивыш. Ленивыш. Пельмешка. Козлик. Скейтыш. Крикиш. Котикотыш. И снова он. Ну что, ребята, давайте поднажмем. Снова нужны ваши лайки. А, это не считается. Скейтыш. Просто не успели еще. Да, еще просто не успели. Новый! Пирамидыш! Yes! Пирамидыш попался! Какой классный, посмотрите, он очень красивый. Так, ага. Лайкаем. Так, это пельмешка. Ты уже была. Дальше. Это капучинка. И, может быть, сейчас сработает А4. Только посмотрите, сколько скрепышей я распаковала. И сейчас у меня остался последний пакетик. Кто там? Кто-то серенький. Капучинка. Теперь я вам покажу суперспособности скрепышей, которые мне попались. Вот, например, какашич. Какашич, да. Он, между прочим, меняет цвет. Все видели? Вот обычный какашич. А вот какашич, который сварился в кипятке. Вот его брат. И он тоже сварился, но не сильно. Варись. И больше не делись. Вот сколько какашечей. И все меняют цвет. Пойдем, еще покажу. Как вы уже поняли, костяш светится в темноте, а юбилейный он с блестками и глиттерный. Ну и как обещала, всю свою коллекцию скрепышей я разыграю в своем телеграм-канале, так что подписывайся. Ну а вам, ребята, как это видео, понравилось или нет, скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой канал и на все мои соцсети. И про мерч не забывайте, ссылку я оставлю в описании. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.